Стадион «Ростов-Арена» почти полностью готов к приему матча чемпионата мира по футболу. Сооружение проверила группа инспекторов FIFA, и специалисты федерации остались довольны увиденным. Их вердикт – спортивное сооружение отвечает требованиям на 97%, претензий к нему нет. Мы очень довольны степенью готовности, как и в случае с другими стадионами. Мы не расслабимся, пока все не будет сделано, и продолжим наблюдать за происходящим до конца последнего матча турнира. Что касается строительства, оно в финальной стадии. Сейчас устанавливается временное оборудование, и мы собираемся следить за этим в ближайшие месяцы. Инспекторы FIFA находятся в Ростове-на-Дону второй день. Накануне они проверяли городской аэропорт и также высоко оценили его готовность. Как заявил представитель российской стороны, строительные работы еще не завершены, но скоро будут все условия для проведения тестовых игр. Не секрет, что требования к чемпионату мира гораздо выше, чем к клубному футболу. Есть определенные работы по адаптации, которые еще ожидают нас на этом стадионе. Но у нас есть уверенность, что мы вовремя сыграем все намеченные тестовые матчи и будем готовы к чемпионату мира. В рамках чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону пройдут 5 игр. На городском стадионе встретятся команды Бразилии и Швейцарии, Саудовской Аравии и Уругвая, Южной Кореи и Мексики, сборные Исландии и Хорватии. А также там состоится еще один поединок между победителями групп первого раунда.